Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbus Games. С вами снова NeoZer, и мы продолжаем проходить игрушку Remnant. Всем приятного просмотра и поехали. Что ж, ребят, я вернулся. Помните, здесь мы проходили с вами лагерь какой-то или подземелье головорезов. Вот из этой канализации я вылез, и давайте посмотрим, что же у нас здесь. Потому что энта этого ебаного убили мы с вами, и как бы идем, давайте посмотрим, чтобы не пропускать ничего, посмотрим, что у нас здесь. Вход в зону, склад. Ага, интересно. Интересно, интересно, что это за склад? Мы здесь с вами не были, и как бы не хочется, хочется все в игрушке посмотреть и все вам показать свое прохождение. Так что давайте исследовать. Может быть, здесь какой-нибудь будет срезик, не знаю, что здесь. Но зачем-то этот путь сделан. Опа, смотри. Здесь какая-то дверь. Дверь, и что, и не дай бог, там будет босс прям с самого начала прохождения. Я буду просто... А, нет, смотри, не босс, там кто-то стоит. Видите? Там можно с кем-то пообщаться, наверное, или кто это? Здравствуйте. Отчаянный ты все-таки человечишка. Зачем приходить сюда в одиночку? Мало кто настолько глуп. Ну да, а ты кто такой? Брабус! Король голодных мусорных псов. А ты мясо. Опа! Опа-па-па-па-па-па-па-па-па! Вы что-то, ребятки, попутали, что ли, не? Где этот, блядь, Брабус, Херабус? До свидания. Где это чмо, блин? Опа, у него дробаш, наверное, хорошенький, да? Что он так шмаляет-то? Ну иди сюда-то, дружочек. К нему на подмогу, что ли, кто-то ходит, я не понимаю. Брабус порочный. Нихера себе, блин, Брабус порочный. Говно ты порочное. Где ты есть-то? Я его просто не вижу еще. Где он там прячется, блин? Блин, жизни, жизни, жизни. Пиздец. Да, первая попыточка не очень, я так бы сказал. Короче, нужно его шмалять сразу, мне кажется, его нахрен убивать. Давай, поехали уже. Ну, Брабусик, ну, Брабусик. Мне, видите, даже расшмалял этот какой-то там, я не знаю, говнобот этот. Даже не Брабус, Брабус, я даже Брабус ни разу не попал. Интересно, да, вот так, что мы просто вот пошли, я вспомнил, что мы сюда с вами не дошли, видите, нашли босса. Не знаю, обязательно, не обязательный он, вот, ну, босс как босс, нужно его убить, если это босс. Ну, здравствуй, Брабус. Меняем дислокацию. Быстренько, быстренько, быстренько. Ты, блядь, пидорас. Я предлагаю сначала вынести всех вот этих вот бомжей, а потом уже с Брабусом что-то делать. Потому что они тоже как-то дамажат, и не нравится, как они мне дамажат. А, вот он, Брабус стоит, да? Ты, может, стрельнешь, скотобразина? Так, успел подхилиться, хорошо. Дай подхилиться, да? Ну же, ну. Да давай стреляй ты уже, а! Пиздец, сейчас мне будет, я чувствую. Подхилься! А, хилочек, хилок нету. Все, трындец мне. Блин, практически, ребят, практически я его не уделал. Хорошее, кстати, место вот это вот. Но чуть-чуть я не дорасчитал. Чуть-чуть не подрасчитал. Ладно, я думаю, сейчас мы его с вами завалим. Больше здесь, мне вот как вот сказали, больше здесь напрягают эти, на самом деле, эти бомжи, которые охраняют боссов. Они больше дамага производят, чем вообще сам вот этот вот бомжара.
Ничего, сейчас попробуем его быстренько уделать. Я думаю, может пистолет сначала взять, а потом по брабусу где-нибудь это шмалять. Да, у меня хилок еще нет, вот что обидно это самое. Ну что, давайте бомжать. Опа, издалека, издалека так хорошо, да? По бомжам пострелять, а потом по брабусу пострелять. Так, ну-ка, брабычек, где мы тут с тобой хорошо так стояли-то вообще? Давай-ка сюда, родной. Да, шмаляет он не на шуточку, рассердился, наверное, да? Ну, иди сюда. Бежите, бля. Так, это бомжатина? До свидания, бомжик. А вот сам брабус пришел. Брабус. Блин, еще один бомж. Кольцо у меня тоже. Так, хорошо, ладно. Где ты есть, сукин сын, бля? Засал, 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 засал. Далека-то он, наверное, мне не будет такого дамага приносить большого. Потому что он же, в принципе, с дробашом и не должен мне делать большой дамаг. А мы можем ему, в принципе, здесь пострелять чуть-чуть. Блять, стреляй ему в голову, а. Как вот у этих бомжей. Ты еще один нахуй отсюда. Так, две хилочки, половина жизни. Опа! Сука, патроны кончились. Патроны, 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 патроны. Да, бомжи, я смотрю, бесконечные. Сука, ну надо вот тебе, блядь, вылететь, а? Дарасина. Ты смотри, что творит, а? Так, тихо, 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 не рис. А, хилок нету, нет, 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 нет. Да ладно, блин, ну это вообще, ну это смешно. Это реально смешно. Ладно, все, сосредоточились, блин. Я нормально, в принципе, тактику, мне кажется, выбрал. Что можно вот так закончергажить там, о, сука. Но если у меня была бы хилочка, вот, если у меня была бы хилочка хоть какая-то, я бы его сейчас уже давно убил бы. Хилок нет, нужно хилок купить. Реально хилок не хватает, нужно их закупить. Сколько у меня сейчас там денег? 3622 у меня денег. Нужно хилок купить, чтобы хилки были. Несложный босс, но я как бы вот эту для себя тактику выбрал, и мне кажется, что нормально. Сейчас мы его кончалыгу этого расхреначим. Давай, давай, давай. Так, выносим по-быстренькому бомжей сразу. Чтобы они нам особо-то не мешали здесь. Так, все, хорош. Добро это. Так, уходим. Уходим дворами. Выбираем свое любимое место. И стоим, просто сейчас будем наворачивать им всем. А где Брабус-то? Что-то засал, по-моему, да? Ну, или мне так кажется, что он засал. Ага, засал. Вот он, блядь, пришел, блядь. Тебя бы мы не ждали. Ну, чё, где-то есть-то? Мудафил, блядь.
Так, Брабусик, что-то там встал, да, опять? Ну да, в принципе, он, наверное, заскриптованный вообще. Хрен. Там еще бомж стреляет, где-то стоит, сука. Все, мне картину портит. А вот он, бомжара пришел. Все, нахрен, бомжар кончился. Патроны, 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 патроны. Ты что ты сейчас сделал, а? Горит. Ты вот что сейчас делаешь, идиот, блядь? Блядь, опять хилок нету, а? Я говорю, бомжи здесь только мешаются, в принципе. Так, ладно, патроны там отбор. Ай, потненько, потненько, потненько. Вот видите, там бомжи еще впереди стреляют, вообще мне всю картину портят. Ну я сейчас пойду, если сейчас я проебу, я сейчас пойду просто куплю себе хилок и буду его, блядь, уничтожать, блядь. Сука. Вот ты урод, а. Ну да, пизду, блядь. Сейчас я хилок куплю и, блядь, его, блядь, просто разорву. Гандона этого, блядь. Вот чмошник-то, блин. Да я говорю, что, ребят, несложный босс, блин, попадает в то, что как бы у меня нет вот этой вот хилочки. Сейчас была хилочка, сейчас я хилочку куплю. Вот, и то, что вот эти вот, блин, мобы, они замучают, блин, тебя. То он вылазит. Видели сами, как у меня вроде прицел идет из-за двери. Из-за двери я не могу попасть, потому что я попадаю в дверь. Ну как это сделано вообще? На этом просто тратишь свое драгоценное время. Реально тратишь драгоценное время. А может у меня, кстати, это хилочки я могу себе сделать... Так, подожди, куда я пошел? Что-то я чуть подзаблудился. Нет, не заблудился. Так, где у нас это стоит тут? Мамка-то. Корневая. У тебя-то я не могу еще одно это эстус-то улучшить. Да, да, да. Да. Да, мы тоже ждем. С улучшением мне. Давай. Так, что у меня? А, у меня этого пердулятора нету. Пердулятора-то. Блин. Не знаю, где его взять. Да, 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 да. Пойду осторожно, прям вообще. Ладно, сейчас хилочек купим. Сейчас я думаю, что будет все нормально. Приветствую. Да, здорово. Хочу взглянуть твои товары. Так, где у тебя хилочки? Вот так. Сколько мне хилочек? Давайте штук. Блин, штук 5 купим, мне кажется, хватит купить. Окей. Береги себя. Да, как скажешь. Как скажешь, так и будет. Все, я думаю, что мы сейчас уже в нормальном состоянии. Сейчас будем его пробовать убивать. Вот. Потому что у меня реально хилок не хватает. И когда вот, знаете, они подбегают, а сделанные, знаешь, как мобы подбегают. Тогда, когда у тебя идет перезарядка. У тебя подбегают к тебе мобы. Когда у тебя не надо перезаряжаться, они не стоят, они тебе не подбегают. То есть все в игре заскриптовано. Полностью чистые скрипты идут. И это даже это не IQ игры, это чисто, ребята, скрипты вообще. Потому что увидели, у меня патроны кончились и побежали. И давай меня в ближнем бою хреначить. Ох ты, сучки-то, а, крашеные. Пошли. Так, у меня одно очко талантов, по-моему, мне дали. Нужно потом прокачать. Я сейчас прокачу вообще оружие на перезарядку. Хочу побыстрее их убивать. Так, ну что, давай, погнали. Так, бомжики. Так, осторожно. Бомжик раз, бомжик два, бомжик три. Так, где? Блять, этот еще стоит здесь, чмошник, блядь, стреляет меня. Ладно.
Давайте уйдем. Вот, смотрите, сразу хилочку заюзаю себе. Пусть восстанавливает мне здоровье. И становлюсь я на свое любимое, излюбленное местечко. Буду здесь стоять. Пусть у меня пока здоровье восстанавливает. Давай. Где-то есть там хрен дефицитный. Вот, видите? Видите, куда у меня попадает вообще? Что-то как-то дохуя их мобов сюда пришло сразу. Так, хиласик. Получился вчера. Ну ты-то откуда здесь взялся, а? Хрен, бля. Патрончик дай мне. Спасибо. Кто не отказал? Хилка. Понятно. Блять, просто пришел и убил, блять. Сука, уебок ебаный, блять. Куда, блять? Ты жопы раскорячился, блять, раком, блять. Конечно, блять, пришел, убил. Бля, опять я хилки раскорячил, блять. Ой, а так же, так, блин, все хорошо шло, а? Так все хорошо шло, блин. Блин, три хилки похерил, блядь, с этими пидорасами. Может, сразу туда бежать, ребят? Я что-то не понимаю, блин. Может, сразу с ними здесь вначале не перестрелиться, а сразу попробовать туда убегать? И там сразу позиции занять, и там их всех раскромсать. Потому что, да, видите, боты, они бесконечные. И попробую я сейчас просто, наверное, пробежать туда. Вот. Занять сразу позицию хорошую себе. Да, если, блядь, конечно, мой архитозный герой, блядь, вообще сможет бегать нормально, блядь. Чтобы мы по жопе не настреляли, блядь. Так, давай. Че, не нравится, блядь? А ты как думал, блядь? Не в сказку попал, да? Так, подзарядились. Хорош. Давай. Хилься, 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 хилься. Отхил идет, пока что я не рискую. Отхилочка идет. Где он там? Ага, там стоит, да? Ну хорошо, пусть у меня отхилочка пройдет сейчас, потом. В принципе, сейчас можем в него чуть-чуть пострелять, я думаю. Ну вылази уже, чертик. Смотри, зассал, блядь, а? Секунд, ебаный. Зассал, блядь. Подождал меня, блядь. Пидорюга, блядь. Да, блядь, да возьми ты ружьё, ты ёбаный осёл, блядь. Давай, давай в честный комитет выходи. Сыт, 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 сыт. Я не сыт. Так, патронов мало остается, ну ладно. Это плохо. Вот это, а вот это вот нормально. Пошел в жопу, блядь. Фух, у меня проблем. Никаких проблем нету. Выполнено. Убить Брабуса, убить оставшихся бандитов. Ага, тут еще бандиты где-то остались. Ну пошли, блядь, бандитам. Сейчас по мандам настучим здесь, блядь, по-быстрому.
Ух ты, ёб твою мать. Откуда вы, ребятки, взялись-то, а? А, отлично. Шрапнель. Чё-то я такой взял. Шрапнель. Не знаю, что это такое. Это было ужасно. Да ладно, это было прикольно. Это было прикольно на самом деле. Несложно, ребята, босс. Видели сами тактику. Главное, чуть хилочки. Играл не спешить. Потому что вот здесь вот в казематках с ним перестрелиться. Мне кажется, это, ну, это хрен поймешь, чего будет. А видите, как нормально. Пошли, стали за стеночкой. И просто его шмаляем, 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 шмаляем. И все. Так, мне сказали вообще разбивать все, что ты видишь здесь. Так что давайте здесь осмотримся. Может быть, что-то здесь хорошенькое есть. Может, чем брабусик-то прятал. Наверняка что-то прятал. Ведь наверняка что-то прятал. И нужно посмотреть, что мне дали вообще. Так, мне вообще сказали, что мне с Энта упал хороший топор. Говорит, прям топор, прям... прям персик. Персик, говорит, посмотри этот топор. Сейчас мы с вами, ребят, все посмотрим. И в этой серии мы как бы босса уже убили. В этой серии давайте пробежимся по вашим комментариям. Комментариев много написали. Написали, как где-то взять там снайперку, еще чего-то взять. И поэтому я как бы сейчас вот здесь вот осмотрю все. И хочу пробежаться по вашим комментам. И взять то, что вы мне как бы наподсказываете. Потому что, ребят, за каждым комментом я слежу. И вижу, что вы мне пишете. Вот. И спасибо огромное за ваши подсказки. Потому что они очень как бы подсказывают. Вот. И вот, очень радуют. Также мы попробовали в коопе поиграть. Это вот маленький такой эпик фейл был. Мы пошли попробовали просто в коопе с дружище поиграть и просто испытали уровень. У него уже уровень большой был, у меня уровень маленький. Пошли в игру, начали играть и, короче, меня ваншотит. То есть многое зависит от коопа, еще от уровня, какой у вас уровень напарника будет. И вот что мне обидно, мы чуть-чуть дальше прошли после энта, и там были заставочки, вот эти заставочки я не записал. Ну, там, в принципе, ничего, мы просто вышли в другой мир, и там было написано, что теперь найдите какого-то безмолвного короля, тра-ты-ты-тра-ты-тра-ты-ты. В общем, вот так вот. Ничего там такого сверхъестественного мы как бы не пропустили по сюжету. Так, ну что, мне предлагают куда-то на выход здесь идти, куда на выход, я не знаю, но пошли, наверное, здесь выйдем, почему бы нет, да? Хотя я говорю, что я могу вернуться к Энту и выйти через Энт и попасть вообще в другой мир. То есть здесь мы с вами в городе бегаем, а там вы попадаете вообще в другой мир. Ну, давайте, может, поэтому как бы пойдем. Опа, и куда мы с вами вышли? Я не понимаю, из пепла. Найди, вот, видите, найти бессмертного короля. Так, давайте посмотрим, где мы вообще находимся с вами. А, вот, смотри, как мы вышли. Да-да-да-да-да, вот про что я, ребят, вам говорил. И вот здесь у нас была закрыта дверь. То есть мы по всему убили как бы, ну, не того босса, который нам нужен. Вот, но мы с вами открыли срезик. Да-да-да-да-да. Я вам сказал, что вот здесь вот будет какой-то срезик. Вот он, этот срезик. Вот здесь мы сейчас все с вами открываемся. Вот, хопочки. И выходим к с вами, помните, к этому дереву. Вот, вот у нас это дерево. Кстати, мне тоже про нее Святослав написал, что найди какую-то шапку, одень, и можно с этим деревом будет поговорить. Шапку, я не понял, какую шапку, и кто мне должен дать эту шапку, непонятно. Так, ладно, предлагаю, знаете что, предлагаю отдохнуть в контрольной точке. Ну да, в принципе, можно восстановиться. И давайте пойдем куда, куда мы пойдем. Давайте сначала добежим туда. Нет, перемещение не нужно. Будем начинать с вами от Энта. И потом с вами пройдем по вашим всем комментам. Да, тут еще нужно кого-то убить, дойти до Энта. А то сейчас дойдешь, блядь, до Энта. Я же забыл, здесь, блядь, моб еще, который тебе особо-то не дает куда-то пройти прям так свободненько. Ну это ладно, это все хорошо, это все фарм, это мне все нравится, это все как бы без проблем, мы это все фармим. Так, давайте посмотрим на карту, куда мне вообще нужно бежать, я чуть подзабыл. Вот, потому что уезжал в командировочке, чуть подзабыл. Так, значит, я здесь, ну понятно, короче, по прямой куда-то нужно бежать. Чуть от игрушки, вот чуть-чуть не поиграешь, и уже начинаешь забывать. Пришлось мне просто в командировку съездить, потому что поэтому мы как бы серии чуть задержкой выходили. Вот, и... Ну, в принципе, это нормально, потому что вы мне, кстати, надавали много советов, которые сейчас будем разбирать. Где и снайперку достать, где еще чего-то достать. То есть это все нормально, это все хорошо. Так, кто здесь у нас ходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это у вас, ребят, ребятишки ваши много, ваша мать? Где вы все стреляете? А, блять, вот он ходит. Ах ты хрен незаметный. О, вау. Что происходит, а? Пипец. Меня просто убивают. Кошмар. А, ну там эта колхида толстая ходит, блин.
Понятно, нужно как-то от нее спрятаться чуть-чуть. А то они мне сейчас просто всю душу здесь съедят. Слушай, давай в честном бою, а не так, как вы делаете. Умри, сука. У вас что-то очень много просто вылезло. Так, ладно. Я думаю, что нужно вот эту куматозину быстренько убить и все. Так, люмитовый кристалл, все, конечно. Это было ужасно. Это все хорошо, но мне нужно эту пиздокряклку найти, которая улучшает эстуса. Мне сказали, что кто-то, не помню уже, ребят, честно, ник кто-то написал, что у кого-то уже 8 эстусов, блин, я думаю, ни хрена себе, блин. Вот, но эстусы это как и в Dark Souls, вы сами понимаете, что они здесь так играют роль, что бывает такое, что ты хочешь подхилиться, и в это время тебя убьют. Это бывает, это реально бывает. Так, давай уже активируй. Чего тут активировать? Так, вот контрольная точка. Вот здесь мы с вами закончили, в принципе. Вот здесь у нас был Энтик впереди. И я пошел просто на вы. Ну, в принципе, я потом расскажу вам. Так, долина Хеопса. Вот, и нужна нам долина всяких Хеопсов. Так, вернуться в блок 13. Да, у меня много дел в блоке 13. Нужно посмотреть это, нужно посмотреть то. Мы сейчас с вами посмотрим молот. Можно ли его как-то улучшить. Вот, что мне еще дали, я не понял, что там вот, не успела как-то понять, что мне там еще дали. В общем, делов у меня здесь предостаточно. Брони у меня пока никакой нету. Вот, мне скидывали скрин в Дискорде, смотреть, типа, Нео, какая у меня броня. Я говорю, такую же хочу, там какая-то из кости броня, вообще классно. И с Никитой мы побегали за кадром чуть в копию, у нее тоже, блин, обалденная. Она всегда там была. Да. Я бы к ней не приближался. Кто знает, что на уме у этих сорняков? Так, что у тебя? Давайте посмотрим. Покупка у него пусто. Так, смотри, могу улучшить ту. А, у меня кованое железо появилось. Да, я могу улучшить свои пушечки. Это хорошо. Но я хотел посмотреть какой-то топорик или что-то мне там дали. А броню мы можем улучшить? Да, смотри, можем броню улучшить. Пока. Так, до свидания. Так, мне сказали, где этот сраный топорик. Со своей болтовней. Слушай, шалавка. Энт уничтожен. Да. Здоровая коряга. Да вообще здоровая, да. А, давай меняться. У тебя есть семья? Нет. Что? Так. Надеюсь, оно того стоит. Взрывной выстрел. Что так? А, взрывной выстрел. Выпускает очередь разрывных пуль, которые при взрыве наносят достаточно урона всем врагам. Так, что мне для этого требуется? Шрапнель у меня есть, это хорошо. Плетеный сер... А, у меня, в принципе, все есть. Я сейчас и эту куплю, и то куплю. Так, вот, ребят, смотрите. Вот, вот этот вот молот мне дали. Тяжелый удар. Каждый удар дает... Ну что, давайте посмотрим, что это за молот. Все равно как бы, да? Так, взял новый предмет. Во, какой у меня теперь молоточек, закончили. Да? Так, ну-ка давай посмотрим, как он себя будет вести вообще. Где этот молоточек? Урон 50 всего лишь? Ну, мне интересует... Долгий вообще? А, смотри, не очень он долгий-то, да? В принципе, мне нравится этот молоток. То есть я его, в принципе, себе и оставлю. Сейчас я его чуть-чуть вкачаю. Молчи уже, а. Иди уже. Да, нужно. Так, хочу взглянуть на твой товар. Давай. Молоточек мне нужно лучше сначала. Так, окей. Люмитовый кристалл, железо. Ага, вон, смотрите, он хорошо, в принципе, улучшается. Мне пока что... А, вот кованое железо у меня нет. Все, я урон до этого улучшил. Так, что мне улучшит? Пистолет или мой все-таки дробаш? Ой, не знаю. Или все-таки броню мне улучшит. Я как танк. Мне нужно и это улучшать. Ах. А, подожди. Необходим материал. Железо и всего-то. Железа-то у меня полно. Почему же я ее не улучшал? Так, и здесь железо. И это можно улучшить тогда. Вот. А вот здесь уже кованое железо идет. Кованое железо пока что не хочу. Не хочу. Все-таки, наверное, я даже не знаю, что... Что же мне улучшить-то? Так, магнум. Ну, это все это говно. Магнум, он очень долго перезаряжается. Ой, плюс 5. Пистолетиком я тоже вроде стреляю издалека. Будет ли он мне полезен, не будет. Если бы знать наперед, что тебе будет полезно, все-таки я пистолет улучшу, потому что мало ли что там будет, не знаю, ребятки. Пока. Так, в принципе, здесь я все сделал, все хорошо. И теперь давайте, знаете что, я сейчас, ну, для вас это будет секунда, вот, я на секундочку, типа, отключусь, а вы просто увидите, и мы с вами встретимся. Ну что же, распечатал я коммент, который, как бы, больше всего мне сейчас подойдет. Пишет эгоист.
Автору на заметку. На нашей базе, там, где ты вначале запускал генератор, если спуститься ниже на этаж B2, там можно открыть дверь и взять талант на дополнительный опыт. Там же можно найти предохранитель, который можно использовать на этаже ниже B3. Так, ну давайте посмотрим. То есть мне нужно, я так понимаю, спуститься на этаж B2. Давай посмотрим. Так, где у нас здесь спуск? Спуск у нас вот здесь был. Я там же вроде ходил, но я не понял, как там дверь открывается. Вот в чем фикус-то, пикус-то. Так, B2, да? Так, B1, B2. Все правильно, здесь я. Здесь вроде я на B2, да? А вот это что такое? Вот тоже вот B2 куда? Сюда B2 или B2 туда? А, ну вот это вот B3. B3 мне не нужен. Все-таки мне нужно B2. Где-то здесь нужно найти что-то. Что-то как-то. И где вот это вот B2? Вот это вот B2 или что это? Здесь можно найти предохранитель. Где мне его найти? Дверь, открыть дверь. Где мне открыть дверь? Нахрен ничего не открывается. А, вот, ключ-карта блока 13, окей. Да, все, ребятки, все мне подходит. Я эту ключ-карту-то пропустил. Так, окейненько. Вот, эгоист, спасибо тебе, дружище, огромное вот за такие комментарии. Ну, ребята, на самом деле, всем, ребята, спасибо огромное за потрясающий коммент, который вы пишете. Например, вот Космос мне написал, как перезагружать миры. Ну, к этому мы вернемся еще. Так, доступ разрешен, окей. Так, да, доступ разрешен, да, электронная почта. Обновление протокола безопасности, окей. Ну, будем выносить изменения протокола безопасности. При входе в блок 13 будет производить дополнительную проверку удостоверения личности фотографии. Для входа в комплекс по-прежнему будет требоваться личный карточек безопасности, но теперь контроль на входе в блок будет включать в себе и проверку удостоверения личности. Все сотрудники службы безопасности, да. Где мне эту карточку взять? Да все, я прочитал. Есть сотрудники службы безопасности, были введены нам изменения, но протокол вступает в силу. Угу. Все, я понял, выйти отсюда. Выход, электронная почта, диагностика системы. Проверка связи, так, завершено, все отлично, да? Да, все, до свидания. Так, мне нужен какой-то, ну, предохранитель я взял, или я какие-то таланты, или что-то я тут получил такое. Так, давайте искать предохранитель. Ну, так, эгоист пишет, что здесь, где-то здесь есть предохранитель. Сейчас попробую найти этот предохранитель. Проблем, наверное. Ух ты, сколько здесь всего-то, а? Сколько здесь компьютеров-то расположено? Ух ты же, ту-ту-ту-ту. Так, журнал. Так, касса, экспедиция, касса. Ребят, давайте как бы все это прочитаем по-быстренькому. Так, окей, 20 января. Потому что это как бы все идет по сюжету, и я думаю, что вы как бы на паузе это все прочитаете. Да я потом на паузе, потому что не хочется время тратить, да, и место на жестких дисках, потому что место у меня постоянно забито на жестких дисках. Так, выход, все. Так, электронная почта. Черновик, что здесь? Дорогой Редж, знает. Окей. Нифига себе, черновик. Блин. Он писал, наверное, непонятно, сколько это черновик. Так, электронная почта. Черновик, нет. Так, отчеты. Подопытный. Так. Ну, вот здесь вот, мне кажется, здесь раскрывается очень много по сюжету. И потом я это все как бы почитаю на паузе. Потому что будет интересно почитать. Подопытный. Может, подопытный как раз вот этот вот подопытный. Он и сделался потом корнем каким-нибудь или хрен узнает кем. Так, ладно. Почитали. Здесь вроде предохранителей нету. Пошли дальше. Так, вон там я что-то вижу. Что там интересное лежит. Еще бы как туда зайти. Но я думаю, что мы вот так вот сюда по-быстренькому зайдем. Здесь бомжей-то, я думаю, что никаких не будет. Так. Здесь у нас что? О. Знание старца. Какое-то знание старца открыл. Что это такое я открыл? Нахрен бинт. Бинт метла. О, смотри, как все разбивает. Хорошо. Знание старца. Может, это как раз вот этот вот талант и нас знание старца или нет? Потом посмотрим, что это такое. Не знаю. О.
Что это такое? Предохранитель. Вот он, ребятки, вот он, предохранитель мы взяли, потом мы его вставим, потом мы туда пройдем, и у нас все будет замечательно, мы с вами все это дело как бы осмотрим. Вот что я говорю, ребят, вот что дают ваши комменты. То есть с вашими комментами ничего не пропускаешь, и это все замечательно, и мы с вами что-нибудь можем взять. Ух ты, нифига себе, смотри, какой крендель лежит в распластавшемся виде таком. Так, здесь я могу что-нибудь нажать? Нет, не могу, да? Так, а вот это я, вот здесь я явно могу что-то нажать, я могу еще сюда бомбануть. Также мне Космос написал, что не прокачивай, говорит, оружку боссов до плюс 5, по-моему, а вот эту до плюс 10, а то будет очень жестко все. Ну, хорошо, не буду я это все дело прокачивать. Ух ты, а здесь какой-то этот диафильм, диафильм показан, диафильм у нас почему-то не работает. Ладно, пошли дальше. Пошли, подожди, а здесь прохода нет никакого, как... А, или мы все, все, я взял отсюда, да-да-да-да-да-да-да, все, хорошо. Идемте с вами дальше, потому что нам нужна... Кстати, давайте посмотрим талант, какие-нибудь мне таланты прибавили. Да, смотрите, стараться. Так, вот он, а про что мне эгоист безграмотный написал. Здание стран, текущий бонус к опыту, бонус к... Но это все для прокачки нужно, я не знаю пока, нужно это все как бы сюда сейчас втаскивать очки... Потому что я вам сейчас расскажу, почему. Потому что, как бы, да, бонус к опыту это все хорошо, вот, но это задротить, ребята. И как бы, вот мне Космос написал про перезагрузку миров. Это, ребята, это все хорошо, но это больше, когда ты играешь для себя. Представляете, если я буду миры перезагружать и буду все это дело как проходить, это сколько серий получится? Потому что, ну, это как бы, когда вот для себя я буду игрушку проходить, потому что, например, мне Никита сказал, что он уже прошел игрушку 4 раза. Вот, и все у него постоянно по-новому. Так что пока что я буду качать даже не снижение урона в дальнем бою. Вот смотрите, мне быстрые руки, скорость перезарядки. Мне как для танка, и очень сейчас это необходимо. Так что вот это я прокачаю. Работа в команде, это мы зашли в кооп, я не знаю, что это такое, на что оно делает. Сопротивление стихиям. Вот сопротивление стихиям, я так понимаю, что это все отравление и так далее. Расход выносливости. Можно прокачать выносливость, потому что я и бегу. Я думаю, что сюда можно еще вкачать что-то. Ну, а вообще, посоветуйте, вот с моими, как бы, вот вы видите мои, как бы, навыки, посоветуйте, что мне качать. Ну, вот, знание старца, ну, я не знаю, вот такой бонус к опыту, да, это все хорошо, но, опять же, это все, как бы, ну, не то, когда нужно это для первого прохождения, мне кажется, что пока что это хорошо, но, ну, не так. Ну, в общем, вы меня, наверное, поняли, что я хотел сказать. Так, ну, мы следующее читаем. Так, продолжить, так, так, журнал. Нет сигнала. Так, нет сигнала. Хорошо, нет сигнала. Баба Дуси вам сказала. Так, ответ блока 16. Да, 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 да. Записка от рядового. От кого? От Волтерса или кто там был-то? Не прочитал. А, световое шоу. О, световое шоу можно посмотреть. Хрен тебе не посмотреть, да? Ну и хрен с вами. Так, ошибка, ошибка. Короче, нет никаких тут ошибка, 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 ошибка. Все, все, до свидания. Диагностика системы мне не нужна. Так, окей, просматриваем, что у нас здесь еще. Такое впечатление, что здесь сейчас кто-то хочет где-то здесь вылететь. Мне почему-то так вот какой-то, как-то как соревновать, на самом деле, я здесь хожу. Мало ли, что здесь такое вылетит. А то будет какой-нибудь там, как Святослав, по-моему, хранитель-то написал, что если жопа боли, если я хранителя встречу. Ну, ну, не знаю, у меня, видишь, у меня сейчас какой-то безмолвный королик, как он там называется. Вот, мне что-то прям, про него мне тоже говорили, что он тоже кому-то жопу порвал. Ну, в принципе, здесь, мне кажется, жопу могут порвать любые боссы. Кому что достанется. Так что будем, будем, как бы... Терпеть, терпеть же поболь. Мы уже с вами привыкли, играя в Dark Souls и так далее. Вот, мы уже с вами привыкли. Кстати, ребят, кто хочет, чтобы я вам показал, как играть Bloodborne на ПК, пишите в комментах. Есть возможность играть в Bloodborne на ПК с обалденной графикой, такой же, как и вы, в принципе, и на плойке получили бы. Я вам скажу чуть-чуть по секрету, я уже в Bloodborne поигрываю. Даже, может быть, серию запишу. Серия будет Bloodborne. Покажу вам, что и как. Так, ну у нас здесь все эти компьютеры, которые нам потом мы будем с вами читать на паузах. Пока что мне это ничего не интересно. Вот смотри, это чудовище сейчас не встанет здесь, которое здесь лежит. Нет? Нахрен пошли. Дайте мне металлолома. Нет, ничего не дадут. Ничего не дадут, скоты жадные. Ну и ладно. Так, доступ разрешен. Так, тартате, журнал. Так, Габриэль. Спящий под именем Габриэль. Ну это все понятно. Спящий он уже не спящий. Он уже, по-моему... Ему очень хреновенько стало. Окей.
Так, ошибка восстания. Восстание машин. О, Габриэля атаковали. Вот. Ну, тоже интересно, короче, прочитать все, выход хватит. Все, пошли. Пошли дальше. Пошли дальше. Все, мы с вами. Практически блок мы с вами осмотрели. А, нет, смотри, не осмотрели. Куда он? Подожди, куда у нас дверь? Здесь мы с вами были. Здесь. О, чуть-чуть я заблудился. Что-то у меня компас, блядь, нарушился мой. Так, что у нас здесь? Давай смотреть. Здесь, 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 здесь. А здесь у нас такое впечатление, что куда-то выход наверх, что ли, или куда? Ха-ха. Предохранитель явно сюда. Это что такое? Потертое кольцо. А где же мне взять замочек, то есть ключик? Ну-ка, посмотрим коммент эгоиста. Открываешь главную дверь, потом выключаешь свет, обратно... Так, так, можно эти предохранители, которые можно использовать на этаже ниже. Там ты его вставляешь, открываешь главную дверь, потом выключаешь свет, обратно и слева от главной двери проход через вентиляцию. Там будет секретка с ключом, которым потом уже на этаже Б2. Ага, вот как. Так, короче, ну, короче, мне туда нужно бежать, сейчас мы с вами посмотрим. И там будет секретка, секретка с каким-то оружием. Так, это хорошо, это прям вообще, это обалденно. Я люблю всякую секретку там с оружием, тем более, может быть, кто-то у вас и не знал вот эти вот секреты такие. Думаю, что вам это тоже пригодится. Ну, игрушка, ребят, игрушка классная. Вот прям, вот мой вам совет, поиграйте, поиграйте. Не ожидал, что вот так вот игра мне понравится. Так, мне нужно вниз идти. Пошли вниз вставлять предохранитель. Текс, текс, Б3. Б3, 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 Б3. Так, хорошо, идем. Так, предохранитель, нет, ты что ты вставляешь? Предохранитель вставь, идиот. Так, что, все, запустил? Давай, включай. О! Так, что у нас здесь такое произошло? Карта. Окей. Так, подожди, мне эгоист пишет, что-то включи, выключи свет почему-то. Ух, бляха, куда я зашел-то? Куда я зашел? Так, еще раз читаем. Так, можно использовать интернет. Там ты его вставляешь, открываешь главную дверь и потом выключаешь свет обратно и слева от главной двери проход через вентиляционную. Там будет секретка. Угу. То есть выключаешь свет. Ну, давайте выключим свет. То есть мне эгоист пишет, что выключать свет нужно зачем-то. Давай выключим. Так, выключил. А, подожди, вот. Я понял, почему, наверное, выключать нужно свет, потому что... Ага, вот, вот, вот она секреточка, вот она секреточка. Ты видите, как сделан? Там работал вентилятор, и вентилятор нам бы не дал ничего сделать. Так, коробка с боеприпасами, новый универсальный ключ. Окей, спасибо тебе, дружище, то есть это чисто твоя секреточка, которую ты нам поведал. Я думаю, все ребята-эгоисты как бы отблагодарят, что видите, как... Пошли, взяли, выключили свет, выключили вентилятор. Вот. Да это нужно додуматься тоже. Вы поймите меня, что не каждый так свет выключит, скажет, ну вентилятор, хрен там знает, есть там что или нет. А тут хопочки, 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 выключили свет, взяли ключик, и теперь у нас будет какая-нибудь там супероружка. Вот, ну не знаю, супероружка, не супероружка. Сейчас мы с вами его тоже глянем. Так, а я предлагаю, наверное, свет сейчас можно уже включить. Потому что, ну, чтобы поярче было, то какие-то эти цвета, тем более YouTube все время притушает чуть цвета и как бы в черноту YouTube почему-то любит. Я думаю, с светом-то лучше будет ходить, вот, и вам приятно. И вот смотрите, как это выглядит. Вот, видите, вентилятор, да, он работает. Ну, в принципе, мне кажется, можно, ну, как, не знаю, можно догадаться. Я бы, конечно, первый раз туда свою жопу засунул просто так. Вот, и явно получил бы юлей. Так, что у нас здесь, что у нас там? Так, здесь кто-то у нас покурил, сидел. Ух ты, нифига, здесь заседание какое было. Так, настоечка. Ух ты, как хорошо-то здесь всего-то у нас. И не надо было покупать, нужно было сюда, наверное, забежать. И не нужно было ничего это покупать. И тогда бы мы Брабус убили. Да, в принципе, Брабус можно и без этих ребят настоек убить. Просто как бы, когда торопишься, вот, можно без настоек его было убить спокойно, я так думаю. Просто на рожон не лезть, и все, и трындец, и все. Так, кажется, ничего не происходит. А что нужно, чтобы происходило? Нате кольцо. Кажется, ничего не происходит. Так, а вот здесь вот, ребятки, уже пишите. Я вот тут не знаю, так, доступ, система заблокирована. А вот здесь вот я не знаю, что здесь делать. Здесь какой-то ключ нужно ставить. Где этот ключ? Я хрен его знаю, где этот ключ. Так, а что там у нас? Что это? А, это суперзеркало какое-то. А я даже не понял, что это такое.
Вроде как все открыто. Зачем мне этот компьютер нужен? Не знаю. Так, фолиант знаний, очко талантов. Ух ты, как хорошо, здесь очки талантов поднимаются. Это прям вообще замечательно. Прям это мне нравится. Нео любит, когда так это, быстро такая прокатчик-то идет. Так, здесь мы с вами были, короче, здесь мы с вами все смотрели. Так, нужно запомнить. Ребят, напишите, пожалуйста, что мне там нужно сделать, что мне туда нужно ставить, чтобы что-нибудь там разблокировать, что-нибудь куда-нибудь пойти, что-нибудь там сделать. Не знаю, что там получится. Так, хорошо, что у нас здесь. А здесь мы получаем всякие ништячки, бинты и так далее, которые мне, конечно, пригодятся, потому что будет, я чувствую, будет еще такие крики и сломанные геймпады, надеюсь, он мне не сломается. Так, смотри, можем как-то, не знаю как, но как-то можем туда спуститься, но как, я пока что не понял. Может быть, когда ты что-то разблокируешь, какой-то этот спустится к тебе, или вот этот вот терминал спустится, да? Пока что непонятно. Ребят, напишите-то в комментах, как мне вот эту вот хрень опустить. Вот, а мы с вами идем, поставим ключик, наверное, да? Пошли поставим ключик и посмотрим оружку. Вот такая как бы серия получилась. Ну, босс, как я и обещал, босс я как бы с вами убил. Вот, ну и комментарии, видите, прекрасно, что комментарии я все читаю. Вот, и для меня они как бы важны. Потому что без ваших комментариев это еще больше жопоболька получается. А с комментами, видите, подсказочка дали. И прям замечательно. И я рад, и вы, и вам как бы прекрасно посмотреть. Вот, так что все огромные вам, всем, ребят, огромное вам спасибо, что подсказываете. Потому что с моим графиком работы очень сложно для вас выпускать серии и как бы исследовать все самому. Так, ну ладно, это все лирика, а мы пришли с вами к двери. Давай ключи выставлять. Да хрен ты его толкаешь, блядь, тебе же сказали, ключ нужен. На, во. Так, отлично. Так, что у нас здесь? Ты что так это... Ты что, дурак, что ли, совсем? Смотри, что с ним происходит, блин. Он, по-моему, срать захотел, не? О. Так, ух ты, как интересно-то далее. Классно сделано, да? Ну, это тоже мы как бы читаем все это. Все это мы читаем. Так, а это мы с вами прочитали, а вот это вот что такое лежит? Так, пистолет-пулемет. Плюс один, пистолет-пулемет я взял. Так, а мне эгоист писал пистолет-пулемет. Там будет секрет, с ключом откроешь, потом на последнюю дверь, там лежат УЗИшки. Ну, если хочешь, чтобы было дано, вот хотя бы, ну, да, УЗИшку. Мне нужна УЗИшка. УЗИшка тоже, мне кажется, интересная штуковина будет, да? Как вы думаете? Я думаю, что интересно. Так, что, ну, сюда, наверное, свалимся. Куда мы с вами попали? Попали мы с вами, хуй поймешь, куда, да? Хер поймешь и хер проедешь. Так, не понял, где мы. А, это туда выход. Но выход-то мне туда-то не нужен. А, все, я понял, куда мы с вами попали. Я-то еще, блин, херней страдаю. Это нормально. Это нормально. Все, я думаю, что как бы секреточки здесь закончились. Ну как, не закончат секреточки. Я пока не знаю, что на том этаже, как мне куда-то что-то нужно вставить. И что мне там нужно сделать, чтобы, помните, вот этот разблокировать. И, наверное, у меня вот этот вот лифт опустится. И будет все классно. И, может, там будет что-то тоже еще интересно. Так, давайте, кстати, посмотрим. Посмотрим свой... О, пистолет-пулемет, блядь. Вот это хренотень. Давайте посмотрим, как она стреляет, в принципе. Да-да, он хорошо так отпуляет. Даже не знаю, что лучше, что пока что я оставлю свой пистоль. Даже не знаю, что лучше. Но мне кажется, дамага у нее мало-мало. То есть он скорострельный, патронов много дается, но дамага, мне кажется, будет маловато. Я так считаю. Так, предлагаю еще сходить к нашей этой девице. Я не знаю, пукулизатор мне нигде не выпал. Нет, ничего. Симулятор хуйня. Да, да, жизнь дорогого стоит, дитя. Вообще, блин, дорогущая жизнь пошла. Так, у тебя металл есть? Ты в курсе, что посреди города возникла башня? Да, да конечно, в курсе, да. Я надеялась, это в прошлом. Не, ни хера не прошло. Я бы туда не совалась. Вдруг эта штука тут не задержится? Не совалась, но не суйся. Ага. Лимитовый кристалл. Смотрите, что у меня появилось. У меня появилось здесь кованое железо. То есть ее теперь можно купить. Но у меня денег нет. Это нормально, да? Можно купить, но у меня денег нет. Зашибись.
зашибись. Ну что, полетели к Энтам. Посмотрим, как там и что и будет. Подкачались, прокачались, всякую фигню насобирали, и это хорошо. Так, перемещение, так, возврат к контрольной точке. Да, у контрольной точки лабиринт. Видите, у меня открылся лабиринт. То есть мы с вами попали, ну как бы я без записи попал с вами в лабиринт. Но, к сожалению, я не записал заставочки. Вот это вот, конечно, плохо. Ну, я не знал. Я думал, что их можно будет восстановить. А видите, здесь сейл как? То есть сейлка засейится, и все, и ты отката никакого уже не сделаешь. Вот, и поэтому я заставки вам, к сожалению, не могу показать. Вот здесь вот эта хренотень была, вот. Вроде такой легкий босс этот Энд, да, вроде ничего сложного нету, но жопу, ребятки, он рвет, блин, достаточно интересно, потому что я сначала, когда увидел, думаю, ой, сейчас тебе коряга, я тебя сейчас просто убью, прям, в два счета, ага, убил в два счета, блин, посидел, я посидел с ним, пострадал, блин, более схватил. Как мне кажется, что меня ждет впереди, это пипец. Так, я хотел... У меня одно очко талантов есть. Быстрые руки. Все-таки мне пока что я хочу прокачать быстрые руки. Реально мне перезарядки не хватает. Реально перезарядки не хватает. Вот прям это как бы тоска. Тоска и жопа боль. С этим классом. Каждый мне вот тоже пишут, говорит, смени доспехи, сделай более легкие, лови тайминги. Можно попробовать, смотря от какого босса, мне кажется, зависит. И на каждом боссе, мне кажется, нужен свой билд какой-то иметь, да? Я думаю, что согласитесь вы со мной. Также мне написали, что автоцель. Где взять автоцель? Не знаю, ребят, как она работает. Давайте посмотрим, кстати, вот в управлениях. Так, настройки. Геймплей, нет, управление. Так, карта, прицельное, драконье сердце, меню, выстрел, дополнительный режим, замолить, смена оружия, приседание, кувырок, камера, оптика, быстрый доступ. Я вот здесь, например, не вижу управления. Вот это я не вижу. Так, а если я переключусь на клавиатуру? Так, поворот влево, так, вперед, назад, поворот влево. Вот здесь вот есть, интересно, где-то кувырок, бег, приседание, ближний бой, выстрел, приседание, бег, ближний бой. Ну и где? Приседание, бег, прицельное, оптика. Выстрел, дополнительный режим стрельбы какой-то, смена, дополнительная перезарядка, оптика, смена оружия, перезарядка, перемещение камеры, взаимодействие, блять, как здесь все долго как-то написано. Так, ребят, вы нашли где-то, где у нас этот там, лечение, взаимодействие, это все не то. Это все ячейки. Так, где у нас захват цели? Я где-то тоже видел. Видел ведь захват цели, это, блин, этот гребаный. Ну где вот он? Геймплей, может, здесь где-то? Показывать урон, показывать индикатор. А, вот, смотри, захват цели включен. Выключен. Как он работает здесь? Я, ребят, не понимаю. Захват цели. Ну, вот видите, он у меня включен. Но как он работает, я не понимаю, как он работает. Так, контрольная точка. Ну, в принципе, нам сидеть не надо. Мы с вами двигаемся дальше. Башня хранителя. Вы мне сказали, вот до этого места, ребят, напишите в комментах, до этого можно миры как бы перезагружать? До башни хранителя или как? Чтобы все собрать. Вот чуть-чуть я не понял, потому что, ну, как бы вот мне Космос написал, говорит, до хранителя можешь перезагружать миры. А перезагружать миры, я понимаю перезагружать миры, но я-то не знаю, до какого момента и когда этот босс мне встретится. Вот в чем дело. Так, ну и что? Ну и что? Ну и куда? Ну и куда мне что-то зайти? Так, я же здесь бегал. А почему здесь странно ничего нету? Странно. Или можешь просто переместиться в лабиринт из контрольной точки. Здесь почему-то, видите, никаких телепортов нет. То есть мы приходим и все. И ты как бы на этом деле останавливаешься. Вот это что-то я не вкурил. Меня тогда, когда я сюда пришел, меня как-то... Я не знаю, я в коопе. Я так еще расстроился, когда я эти заставки не записал. Что-то так быстро. Мы зашли сюда, хоп-хоп-хоп, и меня куда-то перенесли. Ну вот здесь, смотрите, здесь ничего нету. Как бы видите, что простой коридор, и здесь ничего нету. Давайте переместимся тогда в лабиринт, я даже не знаю. Здесь, по-моему, ну никуда же я не могу зайти. Просто какая-то точка. Но здесь боссов, ребята, не было. То есть боссов я вам показывал по мере прохождения. Я все вам босяцки показал. Никаких боссов здесь не было.
Странно как-то сделано, да? Могли бы что-то такое сделать. Ладно, окей. Окей. Так, и что же у нас? Перемещение. Блок 13. Почему только блок 13 мне дает переместиться? Почему сразу, например, я целый лабиринт не могу переместиться? Тоже непонятно, да? Мне кажется, это лишнее время. Смотрите, вот я сюда. Опять я нажимаю. Хоп. И куда? И перемещение, и в лабиринт. Да, погнали в лабиринт. Я просто сейчас хочу посмотреть, что в лабиринт. Мне кажется, да, лабиринт. Лабиринт. Да, ребят, вот сюда вот я переместился. И здесь я уже найти бессмертного короля. И здесь я уже как бы ничего не понял. Вот, что здесь, куда здесь идти, как здесь идти вообще, что здесь делать. Вот, видите, здесь такие вот эти фигняции в лабиринте. Что-то такое происходит, что-то такое действует, что-то не действует. В общем, здесь еще фигачит и фигачит. Куда здесь идти, хрен он знает, куда здесь идти. Ну, вот сюда я, короче, в этот лабиринт переместился. Но, как бы, на этом мы, ребятки, с вами остановимся. И уже в следующей серии будем с вами изучать лабиринт. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Неозар. До скорой встречи. Увидимся. Всем пока-пока.